Коллектив «Доктор Шлягер» был создан Вячеславом Добрыниным в 1990 году, после решения певца работать самостоятельно. Все самые лучшие песни, которые Вячеслав Добрынин написал аж за 30 лет своей творческой деятельности, прозвучат сегодня в исполнении группы «Доктор Шлягер». Надеюсь, что вы все песни споете вместе с нами. Вокальные данные артистов, а главное – живое исполнение, сразили зал практически сразу. И уже с первых аккордов зрители вместе с артистами исполняли известные песни. Не сонно. А вы знаете, что в нашем коллективе, начиная вот очень давно, в самом первом составе, который в 83-м году был, были такие замечательные, известные люди теперь, как Сергей Мазаев, это вокалист группы «Моральный кодекс», такой очень высокий человек с суровым, серьезным лицом и с очень обаятельным, красивым голосом. Сергей Мазаев начинал свой путь в группе «Доктор Шлягер». Также Игорь Матвиенко в первом составе был известный продюсер, известный композитор, который написал впоследствии все песни для группы «Любэ», все песни для группы «Иванушки Интернешнл», все песни для группы «Фабрика», для Жени Белоусова, для кого только он не писал. В настоящем составе группы три человека. Леонид Кабанов, лидер группы, помимо хороших вокальных данных, великолепно играет на рояле. В ходе музыка играет «Синий туман», «Кто тебе сказал», «Бабушки-старушки», «Не сыпь, не соль на рану». Эти песни Вячеслава Добрынина часто звучат по радио и очень популярны среди российских слушателей. Сразу после концерта наша съемочная группа пообщалась с артистами. Наш тур только начался, у нас был вообще большой турне по Свердловской, по Челябинской области осенью, когда мы были и в Миассе, и в Чебаркуле, правильно, по-моему, так говорить, и в Златоусте, и в Кусте, и в Полевской вот скоро поедем. Вот, то есть много городов: Краснотуринск, Серов, и Кушва. И только для Салдывы написали такую песню? Да. А чем это мы вас так вдохновили? Ну, как-то вот. Времени не было. Настроение было такое. Что-то хотелось вам, именно вам сделать приятное. В этот зимний вечер они пришли сюда. Здравствуйте. Вот действительно истинное украшение была вашей группы. Но вы как-то ей мало давали выступать-то. Она все время только подпевала, подпевала. Ей петь не надо, она просто может выйти. Знаете, как про Людмилу Цзыкину такой анекдот. А ты ходи туда-сюда, ты не пой. Вот. Наташа, вот у вас просто шанс. Только нам с тобой ночь откроет свой секрет. Тиза.